В центральной Джума-мечети столицы Дагестана прошел финальный этап республиканского конкурса на лучшего чтеца азана. По итогам отборочного этапа, в котором приняли участие порядка 120 конкурсантов, в финал вышли более 20 участников. Конкурсантов оценивала компетентное жюри и специалистов в этой области. В завершении мероприятия состоялась церемония награждения. По итогам финального этапа победителем республиканского конкурса на лучшего чтеца азана стал Мухаммад Наби Бутаев. Второе и третье место заняли Магомед Ариф Магомедов и Магомед Расулов. Победителю и призерам были вручены денежные призы.